Ну что ж, уже 5:30 почти, попытка номер 2. Идем у колодца. Поедем мы сейчас делать, не догадайтесь, прививку от коронавируса. Да, это баян, это звучит странно. Такой нормальный человек сейчас это будет делать, но мы поедем, посмотрим, получится, не получится. 19 градусов, видите, тепла. Ну и расскажем, как это сейчас происходит в Украине, потому что наша знакомая, которая выезжала там за рубеж, она должна была сделать прививку, но сказала, что сейчас нигде ее не сделает, что это проблема. Вот разберемся, проблема это или нет. Не все так просто. Из-за воздушной тревоги нам не разрешили зайти внутрь. А сейчас воздушные тревоги каждые, блин, 20 минут. 2 hours later. Как в том мультике про Спанч Боба. Ну что ж, все. Надо ехать уже, видимо, домой и на работу. Не получается у нас сегодня привиться, судя по всему. Ракеты все летят и летят. Послали в 8-й кабинет. Надеюсь, там кто-то есть. Что через полчаса уже закрываются. Так. Ну, нам сказали заполнить вот такую вот историю. Какое-то согласие, сгода якась. Мы сейчас это все дело заполним. И одна бустерная доза нам полагается. За счет государства. Ну что, все, мы дали сгоду. Нас отметили. Нас посчитали, как в том мультике. И сейчас все, уколют нас. Опять зачипируют. Было больше разговоров. Вот. Все, заняло где-то минут 5-7. Здание. Так что можно спокойно уколоться. Вот сейчас в Украине дорогостоящим Pfizer'ом. И радоваться жизни. Вот, если вам действительно это нужно. Приехали, 5 минут, дали сгоду, укололи вас за секунду и все, распечатали. Отъехали немножко подальше от центра первинной допомоги, к памятнику похищения Европы, чтобы поделиться еще своими мыслями насчет и вакцинации, и вообще ситуации. Сейчас в Одессе ситуация нормальная, стабильная, ничего не происходит. Тьфу-тьфу-тьфу, опять же, как часто я плюю. В Одессе конкретно ничего сегодня не было за целый день. В области, да, говорят, что-то было, но я даже, честно говоря, этих взрывов не слышал. Потому что многие люди пишут, спрашивают, как там Одесса, что. Ну вот, вы видите, да, спокойно пока все в Одессе. Единственное, что начали отключать свет. Да, это такое дело есть. По остальной, ну вот по самой прививке вы видели, вообще элементарно. Я думал, что это будет как-то сложнее. Приехали с паспортом, зашли наверх, подписали сгоду, еще раз говорю, буквально минута. Вас укололи, внесли в базу, распечатали, и вот все. Вы свободны. Так что кому надо... На 9-й Фонтана вот есть этот центр. Можете спокойно подъезжать и ставить себе прививку. До свидания, до следующего видео. Подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего.